Украинские власти приняли решение ужесточить блокаду ДНР и ЛНР, запретив ввоз продуктов питания, лекарств, алкоголя, табачных изделий и ряда других товаров. Теперь поставлять подобные товары в Донецкую и Луганскую республики можно будет только в качестве гуманитарной помощи после одобрения Министерства социальной политики Украины. Согласно приказу первого заместителя главы антитеррористического центра при СБУ, для вывоза или ввоза любых других товаров с территории ДНР и ЛНР владельцу груза необходимо подать заявление в Главное управление Межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения военной операции Государственной фискальной службы. Кроме того, лидер фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Юрий Луценко заявлял о необходимости продуктовой блокады Донбасса, а 12 июня внефракционный депутат Юрий Левченко внес на рассмотрение законопроект о запрете на торговлю с Донбассом и Крымом.